Здравствуйте, уважаемые друзья. Пасмурное карантинное утро. Пасмурное в смысле погоды. Ну, я думаю, что для многих не только в смысле погоды, потому что карантин все еще продолжается, и ситуация еще пока далека до завершения. Тихо. Несмотря на то, что сейчас 8:30 утра, народу, по идее, должно быть предостаточно. Оно и понятно, если утро рабочего дня, да, как обычно в городах, особенно крупных, происходит. Но не в эти дни. Вот, чайка на работе выслеживает ослабленных птенцов, голубиных. Вот это ее всегда место охоты, она всегда сюда прилетает. Иногда чего-нибудь приносит, чтобы здесь же пообедать. Ну, или позавтракать, как уж у нее там. Вот. Здесь в хлебном машина разгружается. Я показывала тут неоднократно один из входов. Их два у них. Здесь один, напротив, там, с той стороны дома. Вот. Они разгружаются. Машины личные по-прежнему стоят. Вот такая ситуация во всех дворах. Вот там, видите, вдоль улицы тоже. Ну, на машинах люди ездят, если имеют разрешение на работу, скорее всего, да, потому что, как вы знаете, предприятия жизнеобеспечения работают, работают больницы, аптеки и продуктовые магазины, а также ветлечебницы, и люди выходят только за покупками в аптеку или вот вывести собаку. Я вам сейчас покажу, я снимала 2 дня подряд акции, аплодисменты врачам уже теперь, после того, как перевели часы на час вперед здесь, как вы знаете. В России у нас уже с некоторого времени не переводят, а здесь все еще это продолжается. И там для сравнения привожу кадры того, когда еще темно. И песня про коронавирус, которая там, я упоминаю, звучит с моего телефона. Ну, в общем, с наших, как говорится, телефонов. Регулярно вечером на весь двор, так же, как и аплодисменты. Я включаю примерно в начале акции или после, ну, чтобы было слышно ее. Песня это в исполнении Артура Саркисяна. Я ссылку на нее дам. Здесь видео она не звучит, но у меня есть на канале. В общем, такая бодрящая, подходящая полностью ситуации, посвященная как раз данной ситуации. Ну и по-нашему. У испанцев, конечно, тоже есть соответствующие, ну, там и официальные какие-то там музыкальные сопровождения этих дней, скажем так. Но, как говорится, охота и послушать, что у нас на эту тему сочинили. Это я откопала эту песню, когда мне прислали просто звуковой файл, а находится этот файл, там есть канал, по-моему, называется «Песни Юга» или «Мелодии Юга». Я опять же ссылки туда дам, и там, кому нужно, послушайте, и вот так, может быть, в эти дни тоже будете с окна или с балкона включать, подбадривая себя и окружающих. Если кто-то до сих пор думает, что все это ерунда и карантин не нужен, так вы радуетесь, что лично вы, допустим, не знаете ни одного человека, который болен, заболел коронавирусом или сидит на карантине. Ну вот радуйтесь, что вы пока что избежали этой ситуации. Конечно, желаю, чтобы вы и дальше избегали ее. И если даже у вас в городе, в вашем поселке вообще нет никаких случаев заболевания коронавирусом или единицы людей заболели, но опять же радуйтесь, что это так. И если вы будете соблюдать все карантинные меры, эти минимальные цифры в вашем населенном пункте не изменятся. Но если вы уже живете в крупном городе, в котором зарегистрировано множество таких случаев, естественно, соблюдение карантина вы уже
как-то больше начнете понимать. Ну, хотя есть люди, которые говорят, да, вот ежегодно, там ежедневно умирают люди от того, от другого, от третьего. Но при чем тут то, другое или третье, когда сейчас идет вот эта эпидемия. Поэтому, чтобы она в вашем конкретном населенном пункте не разрасталась и случаев заболевания, а тем более смерти от этого вируса не увеличивались, вы соблюдайте карантин, и вы поймете, как это было необходимо. Вот сейчас здесь, в Европе, уже понимают, что карантин нужно было ввести раньше, и тогда не было бы столько случаев в Испании, как столько их сейчас. И они понимают, что ситуация стала такова. Вот я сравниваю это с тем, что человек, получивший рану, допустим, на какое-то время, как говорится, забивает, да, на ее лечение и думает, а само пройдет, а потом она не проходит, и рана у него загнивает. И, естественно, загноившуюся рану лечить гораздо и несравнимо сложнее, как если бы это была свежая рана, и тогда бы вовремя все бы началось. И вот видите, я начала снимать там, и этот человек пришел сюда, и вот он по-прежнему один на улице. Вот, и если бы чем раньше начать лечение той самой раны, тем быстрее бы получить положительный результат. Также и в этом случае эпидемия – это та же самая рана, нанесенная вот целому современному человеческому обществу. И в каком месте, в какой стране опаздывают с ее лечением, тем там ситуация становится хуже, усугубляется, и потом ситуация осложняется. Ну, я заканчиваю разговор. Я, возможно, сегодня еще выпущу видео. Просто вчера вечером я не смогла, некогда было, и поэтому вот то видео с акциями смонтированное прикрепляю к этому. И, собственно говоря, вот это моя первая часть является объяснением к тому, что вы увидите сейчас после этого. Итак, всем здоровья, не болейте, принимайте участие в акциях, подбадривайте самих себя и явно живущих в вашем доме врачей, медсестер, санитаров и членов их семей. И всем добра. Увидимся. Сегодня на час раньше время перевели, поэтому 8 часов к началу акции еще светло. Но зато утром светлеет позже, чем, скажем, в средней европейской части России, в средней полосе. Вот. Конечно, при таком свете огни не очень видны, но зато слышны звуки. Вот там кто-то дудит очень громко. Ну, я сейчас тоже приму участие, я уже показывала эту акцию, просто сегодня, как говорится, в новом свете.
Этот вышел. А вон они, эти, которые с огоньком там подходят к вопросу. Где этот с трубой? Я не могу его поймать никак в кадр. А где он дудит? Ты его видишь?